Здравствуйте, меня зовут Дерек Уокер, я пастор Библейской Церкви Оксфорда. И сегодня я хотел бы продолжить говорить о пророчествах о Боге-человеке. В Ветхом Завете множество предсказаний, говорящих о приходе Мессии, который придет спасти человечество и править как царь над землей. Основная характеристика мессианских предсказаний в том, что Мессия будет не просто человеком, но и Богом. К сожалению, в иудаизме эти места перевели так, что там идет речь только о Мессии, как о человеке. Но мы с вами увидим, что в этих стихах сказано о том, что Мессия будет еще и Богом. Когда пришел Иисус и заявил, что Он не только человек, но и Бог, Он говорил об исполнении 3 стихов. Это полностью соответствовало Библии, и Он доказал свои слова чудесами и своим воскресением на 3-й день. Нам с вами нужно знать эти стихи и понимать, что не только Новый Завет говорит, что Иисус — это Бог. Это доказано еще в Ветхом Завете, где стихи говорят, что грядущий Мессия — это Бог, уникальный Бог-человек. Библия — это откровение о Боге, особенно о Господе Иисусе. Он наш Спаситель и источник вечной жизни. Иисус — центральная личность Библии. Писание рассказывает о Нем и говорит, что мы должны верить в Него и прийти к Нему, чтобы получить спасение и вечную жизнь. Он сказал в Евангелии от Иоанна, 5 главе, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Это 39 и далее 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». То есть, чтобы иметь вечную жизнь, вы должны прийти к Иисусу, должны поверить в Него. Далее 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Нет спасения за пределами Иисуса. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Нет ничего более важного, чем знать, кто такой Иисус. Он полностью человек и полностью Бог. А поскольку Он Бог, то Он достоин нашей полной и абсолютной любви, верности и подчинения, а также нашего полнейшего поклонения и посвященного служения. Божественность, власть и верховенство Иисуса выражается в классическом христианском исповедании «Иисус Господь». Говоря это, вы говорите, что Иисус — мой Бог и мой Господь. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это исповедание по истине верующего сердца о том, что Иисус имеет полную и абсолютную власть, как Бог, и что мы повинуемся Ему, как нашему Господу. А поскольку Иисус — Господь Бог, Он мой Господь Бог. Когда Ветхий Завет, написанный на иврите, был переведен на греческий, два слова, которые использовались только для обозначения Бога, Егова, заветное имя Бога, и Адонай, Господь, Властелин и Господин, были переведены одним греческим словом «куриос», которое в послании к римлянам 10 главе, 9 стихе переведено как «Господь». Это означает, что исповедание верующего «Иисус Господь» или «Иисус Куриос» — это то же самое, что сказать, что Иисус — это Иегова, Адонай, мой Господин и мой Властелин. Это ключевое откровение о том, что Иисус — Бог, потому что только Бог может показать это вашему сердцу. Новый Завет неоднократно называет Иисуса Богом. А вот несколько примеров. Послание к римлянам, 9 глава, 5 стих. «Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, как Иисус». Послание Титу, 2 глава, 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Иисус Христос — наш великий Бог и Спаситель. Второе послание Петра, 1 глава, 1 стих. принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но божественность Христа — это откровение не только из Нового Завета. В Ветхом Завете также много предсказаний о Мессии, который придет спасти людей от их грехов, и Он будет полностью Богом и полностью человеком. И сегодня я хотел бы сфокусироваться на нескольких мессианских предсказаниях, говорящих о том, что грядущий Мессия — это божественный и уникальный Бог-человек. Когда Иисус заявлял, что Он и Бог, и человек, Он тем самым заявлял, что Он — исполнение тех стихов, а еврейские лидеры были неправы и показывали свое незнание Писания, заявляя, что невозможно быть одновременно Богом и человеком. Утверждения Нового Завета полностью совпадают с тем, что сказано о Ветхом Завете, и доказывают, что стихи Ветхого Завета были исполнены самим Иисусом. Откровение о Христе, как о Боге-человеке, находится в самом сердце христианской веры и существенно важно для нашего спасения. Это истина, отделяющая библейскую веру от различных культов и религий. Все они отрицают божественность Христа и заявляют, что Он какой-то превознесенный ангел или просто человек. Верить в Иисуса, который просто созданное существо, это верить в другого Иисуса, ложного Иисуса, которого нет. Вся Библия указывает на то, что Христос — это источник спасения вечной жизни. Поэтому важно верить в истинного Иисуса, который есть Бог, а не в другого Иисуса. Обычное существо, потому что между Творцом и творением безграничная разница. Библия говорит, что спасение от Господа. Даже имя Иисуса говорит об этом. Оно означает «Господь — наше спасение». Если Христос всего лишь творение, то Он не может спасти вас. Если вы верите, что Христос — человек, может спасти вас, то вы все еще потеряны, потому что спасать может только Бог. Чтобы иметь спасение, вы должны верить во Христа как в Бога, потому что только Бог спасает. Поэтому вера в божественность Христа существенно важна для нашего спасения. Кто-то скажет, главное иметь веру, и не так важно, во что именно вы верите. О, вы ошибаетесь. Самое важное, в кого вы верите, а не сколько у вас веры. Например, вы можете изо всех сил верить в омлет, но он вас не спасет. Послание к римлянам, 10 глава, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, а именно имя Иисуса, спасется». Тут сказано, что мы спасаемся, называя Иисуса нашим Господом. Напоминаю, что это греческое слово «куриос». А этот стих — это цитата из Иоиля, 2 главы, 32 стих. «Всякий, кто призовет имя Господне», то есть имя Иегова, спасется. Новый Завет берет этот стих о спасении от Иеговы и применяет его к Иисусу. Прошу прощения, Ветхий Завет берет стих, где сказано, что спасение приходит от Иеговы, и применяет его к Иисусу. Это доказывает, что Иисус — это Иегова или Бог, и мы спасаемся, призывая Иисуса и принимая Его как нашего Господа Бога. Мессианские предсказания Ветхого Завета говорят о том, что Божий Мессия придет на землю спасти нас, снова и снова провозглашая, что Он Бог. А почему Бог должен был прийти лично, чтобы спасти нас? Библия говорит, что мы были так сильно потеряны во грехе и так сильно под властью греха, что только Бог со своей могущественной благодатью и силой мог спасти нас. Человеческая религия сводит грех к внешним делам, поэтому она не видит необходимости в таком спасении от самого Бога. Она думает, что мы сами можем все исправить, сделав достаточное количество добрых дел. Иными словами, если я сделаю достаточно добрых дел, чтобы компенсировать мои грехи, Бог будет доволен. Такие люди понятия не имеют, что проблема греха настолько серьезна. Грех — это не что-то внешнее, а скорее демонстрация того, что нечто не так внутри. Грех испортил наше естество. Он в нашем сердце. Он испортил наши мотивы, настроил нас друг против друга, сделал нас эгоистами и желающими независимости от Бога. Мы хотели идти своим путем, а это называется гордостью. Из-за греха мы достойны наказания. Грех настолько глубоко укоренен в нас, что мы не можем спасти себя сами. Все, что мы делаем от себя, уже запятнано грехом. Иисус много учил об этом, о том, что грех идет из сердца. Грех настолько глубокая проблема, что спасение могло быть совершено только Богом. Только Бог является Создателем, и только Он может быть Спасителем. Он не может делегировать это кому-то другому, потому что только Бог может совершить наше спасение. Именно поэтому в книге Иона, 2 главе, 10 стихе сказано: «У Господа спасение». Иными словами, Иона верил, что только Бог может спасти его. И Бог его не разочаровал. Исайя 43 глава. Я Господь, и нет спасителя, кроме меня. Только Бог спасает. Далее Исайя 45 глава. Нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. «Ибо я Бог, и нет иного». Поэтому, когда Библия говорит, что Иисус — наш Спаситель, это также заявление о том, что Он Бог. Вот почему эти два титула объединены в послании Титу, 2 главе, 13 стихе, и втором послании Петра, 1 главе, 1 стихе. Там сказано «Великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос». Если Иисус — наш Спаситель, то Он должен быть Богом. В прошлый раз мы разобрали несколько ветхозаветных предсказаний, говорящих о божественности Мессии. Например, Исайя, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, или Бог с нами». Исайя 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам». Намек на его человеческую природу. «Сын дан нам», намек на его божественность, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Михея 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Тут говорится о его рождении в Вифлееме, но это еще не все, и которого происхождение из начала от дней вечных. То есть он вечный. Иными словами, младенец из Вифлеема также вечный Бог. Иов понимал человеческую проблему отделения от Бога и что нужно для того, чтобы исправить эту проблему. И в этой книге 9 главе 32 стихе говорится: «Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Иными словами, Иов понимает, что он отделен от Бога, но как это исправить? Он понимает, что нужен посредник, который положит руку на обоих. Иными словами, этот посредник должен быть Богом, чтобы иметь связь с Богом, а также быть человеком, чтобы иметь связь с людьми. Следовательно, нужен Бог-человек, который мог бы отождествить себя и с Богом, и с человеком, но это кажется невозможным. Но позже Бог показывает Иову, что такой посредник есть. Он обитает сейчас на небе, а значит, он имеет божественную природу, и вскоре он станет человеком, чтобы стать нашим Искупителем. Об этом сказано у Иова в 19 главе. Иова это привело в большой восторг. «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом на вечное время, на камне вырезаны были». Иначе говоря, это такое большое откровение, что его нужно записать навечно. Бог так и сделал, поместил его в Библию. А вот и само откровение. «А я знаю, Искупитель мой жив». Иными словами, этот Спаситель и Искупитель жив прямо сейчас. Это не видно на нашем языке, но на иврите хорошо видно, что Искупитель — это родственник, представитель той же семьи, что и человек, которого он искупает. Только он может вмешаться и выкупить своего родственника. То есть, чтобы искупить людей, Искупитель сам должен стать человеком. А еще тут сказано, что этот Искупитель уже жив на небесах, а это означает, что он Бог. Затем сказано: «И он в последний день восставит из праха». Иными словами, этот Искупитель с небес однажды станет человеком и придет на землю в человеческом обличии. Он придет и искупит всех людей. Он сделает все, что запланировано. Потому что далее сказано: «Распадающуюся кожу мою сию», то есть, когда я умру, я во плоти моей узрю Бога. Иными словами, благодаря работе этого Искупителя, Иов однажды воскреснет и увидит Господа лицом к лицу. Проблема греха будет решена. «Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его, истаивает сердце мое в груди моей». Как видите, только Бог может спасти нас, но Он также должен стать человеком, чтобы отождествить себя с нами и заплатить за наши грехи и быть посредником, соединяющим нас с Богом и приводящим нас к Богу. Почему Бог должен был лично спасти нас? Очевидно, что только Бог может быть Творцом всего. Но почему только Бог может быть Спасителем? Дело в том, что спасение куда сложнее, чем сотворение, потому что во время сотворения не было никакого сопротивления. Но в искуплении Богу нужно было победить наш грех, сатану и все царство тьмы. Выполнение такой работы кажется невозможным. Именно поэтому ангелы были в таком благоговении перед Божьей благодатью, которая была проявлена к нам, чтобы спасти нас. Творение — это дело пальцев Божьих. Как сказано в Псалме: «Взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Но ради нашего спасения Богу пришлось закатать рукава и воспользоваться своей могущественной рукой или мышцей. Исайя говорит о том, что рука или мышца Божия приносит спасение. Но он идет еще дальше и говорит о мышце Божией как о человеке, то есть мышца или рука Божья. Это одно из званий Мессии. 8 стихов в книге Исаии говорят о мышце Божией. И в некоторых из них четко видно, что речь идет о человеке. Посмотрим. 52 глава, 10 стих. «Обнажил Господь святую мышцу свою, показал свою святую руку, сделал ее видимой». Речь идет об Иисусе, то есть рука Божия стала видна всем народам, перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Спасение — это буквально Иешуа. Все концы земли увидят Иешуа, Бога нашего. Бог сделает это в лице Иисуса. Это напрямую связано с известными стихами из Исаии 53 главы. «Господи, кто поверил слышанному от нас?» О том, что сказано в Исаии 53 главе, о страдающем Мессии, который умрет за наши грехи. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо Своем. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Как видите, мышца Господня — это Иисус. И мышца Господня открывается тому, кто верит слышанному. Это не просто сила Божия, а личность — сам Иисус Христос. Если Бог говорит, что Его мышца или рука совершит спасение, то это означает, что Он сам сделает это, потому что рука едина с ее носителем. Поэтому мышца или рука Господня — это сам Бог. Например, я говорю вам, что нужно сделать какую-то работу, и вы спрашиваете, а кто ее сделает? А я отвечаю, ее сделает моя сильная рука. Иными словами, я сам это сделаю. Следовательно, 53 глава Исаии — это стих о том, что сам Бог, Его мышца, совершит спасение. Мышца Господня — это страждущий Мессия, человек, который умер за наше спасение, а также и сам Бог. То есть Мессия — это Бог. А Новый Завет подтверждает, что это было совершено Иисусом. В 59 главе речь идет о Боге. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его». 51 глава. «Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою». Иными словами, будут надеяться на Иисуса. Еще одно место — это 109-й Псалом. «Сказал Господь Иегова, Господу моему, Адони, Мессии или сыну Давида, сиди одесную меня или по правую руку от меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сидеть по правую руку от Бога обозначает иметь равенство с Ним. Еще один интересный пример — это 79-й Псалом, 17 стих. «Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе». Это слово о том, что по правую руку от Бога будет сидеть человек, и оно, конечно же, было исполнено Иисусом. Поэтому Господь из 109-го Псалма, сидящий по правую руку от Бога, должен быть человеком, потому что позже он назван также священником по чину Мелхиседека. Но этот Господь по правую руку от Бога еще и Бог, потому что через пару стихов он назван Адонай, а это слово применимо только к Богу. 5 стих. «Господь» или «Адонай» одесную тебя. Буквально здесь сказано «Господь, который одесную тебя». Он в день гнева своего поразит царей. Тут сказано, что по правую руку от Иеговы сидит Адонай, то есть сам Бог. То есть Мессия — это Бог. У Захарии в 11 главе, 12 стихе Мессия оценен лидерами Израиля в 30 шекелей серебра. А это стоимость раба. Захария говорит здесь от имени Мессии. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Здесь Бог говорит о том, как лидеры оценят грядущего Мессию, а также, что израильтяне отвергнут Мессию, но при этом он также Бог. Самого Бога оценят в 30 серебряников. Конечно же, мы видим исполнение этого в Новом Завете. Захария, 12 глава, 10 стих. «Тут говорит Господь, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Бог предсказывает, что однажды израильтяне покаются, потому что посмотрят на него, которого пронзили. В оригинале сказано «воззрят на меня», то есть Бог говорит, что Он сам будет пронзен. Но это возможно только в том случае, если Бог станет человеком, чтобы выполнить служение Мессии. И однажды евреи осознают, что в лице Иисуса Христа к ним приходил сам Бог, которого они пронзили на кресте. Они поймут, что Мессия и есть Бог. Захария, 13 глава, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы». «Ближний мой» имеется в виду кто-то, равный Богу, или тот, кто имеет такую же природу. А еще этот ближний будет поражен мечом. Это означает смертную казнь. И этот ближний будет также Богом. Малахия, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь передо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». Речь идет об Иоанне Крестителе, который приготовит путь к Господу. Грядущий Мессия описан как сам Бог. Далее сказано «ангел завета, которого вы желаете». «Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Это согласуется с тем, что сказано у Исаии, 40 глава, с 3 по 5 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Речь идет об Иоанне Крестителе, который подготовил путь для самого Иеговы. То есть, грядущий Мессия — это сам Господь. Далее сказано «явится слава Господня». Это лишь некоторые стихи, говорящие нам о том, что Мессия — это Бог. Когда Иисус говорил «Я есть воскресение и жизнь, Я есть путь». Истина и жизнь. Он не богохульствовал. Он заявлял, что Он — Бог-человек. Он — наш Спаситель, источник вечной жизни и исполнение этих стихов. Все эти заявления правдивы только в том случае, если Он действительно Бог. Нам важно верить в то, что Он — Бог, потому что это необходимо для получения спасения. И Он не просто говорил, а подтверждал свои слова чудесами и своим воскресением из мертвых на 3-й день. Он подтверждает свои слова еще больше, изменяя нашу жизнь.